Сегодня мы будем говорить про запуск, который касается в первую очередь жителей таможенного союза. В первую очередь это Россия, Казахстан и Белоруссия. И сегодняшний наш выпуск, он будет необычным. Во-первых, мы тестируем новую платформу. И имейте в виду, на всякий случай, если у вас будут какие-то проблемы с трансляцией, просто нажимайте клавишу F5, дабы обновить экран ваш, потому что мы увеличили качество трансляции, вот, и мы используем сейчас новую платформу, которая позволит нам всякие интересные штуки добавлять во время трансляции. Но вы это сами увидите. А так, я вас поздравляю и напоминаю вам о том, что мы обещали прийти с косметикой, и сегодняшний день я вам буду рассказывать про косметику. Но что такое рассказывать про косметику? Это та категория продуктов, которую действительно нужно пробовать, которую нужно ощущать, и тогда уже делать свои выводы. И поэтому мы в большом находимся такой ажитации, в предвосхищении того, какая будет обратная связь, какой будет фидбэк от вас, от пользователей, потому что это тот продукт, который, ну, сразу можно почувствовать, прочувствовать и сразу свое мнение о нем составить. И к этому мы стремились, когда мы начали работать над брендом Oda Naturals. О нем сегодня пойдет речь, бренд Oda Naturals. Это наш долгожданный бренд, это действительно интересная история, и я вам сегодня буду больше рассказывать историю, как компания Coral Club подходит к созданию продукта, потому что каждый путь, он совершенно уникален, и сегодняшняя история, она достойна того, чтобы вот я ее вот в таком формате вам поведал, вам рассказал. Опять повторюсь, у кого есть проблемы с трансляцией, вот, нужно перезагружать ее. Соответственно, Oda Naturals. Что это такое? Это тот продукт, который, попробовав который, вы для себя, я думаю, что сделаете мгновенно выводы. Но тем не менее, Coral Club, компания, которая, в общем-то, не является той компании, которая ассоциируется с косметическими средствами, хотя они в небольшом количестве в нашей линейке представлены. И мы это прекрасно понимали, когда мы брались за этот проект. И, в общем-то, мы взялись его ровно потому, что мы нашли тех партнеров, те технологии, те решения, которые соответствуют нашему представлению о красоте. Эндрю Уэйл, о котором чуть позже расскажу, один из пионеров интегративной медицины в Америке, сказал, что здоровье и красота одно и то же. И эту точку зрения мы абсолютно разделяем, мы об этом очень много говорим. Я думаю, что вы помните, я об этом часто вам напоминал. И мы поняли, что мы будем подходить к красоте через здоровье. И это единственный наш путь, оправданный путь, когда мы наши наработки, наши навыки, наши знания сможем переложить вот в эту, скажем так, интегрировать в эту индустрию, индустрию красоты, индустрию косметики. Именно тогда и только в этом случае, ну, действительно имеет смысл нам браться за вот эту высококонкурентную среду. Нельзя сказать, что человечество испытывает недостаток в мире косметики. И запускать очередной бренд, да, просто хороший, для нас это неинтересно. Во-первых. Во-вторых, это не служит нашей цели. Нашей цели – это построение здорового общества, осознанного общества, ни мало, ни много, и мы используем весь наш инструментарий, все наши продукты, наработки и бизнес-систему нашу ровно для этой цели – построение здорового общества. Поэтому мы поняли, что
будем подходить к косметике через то, что нам хорошо известно. И здесь, соответственно, мы задумались. Окей, а с чего мы начнем? С чего мы начнем? Как мы подойдем вообще к этому интересному заданию, к этой интересной задаче? Вот. И тут я вспоминаю общение с японскими нашими коллегами на одной из выставок. И я спросил, часто задаю такие вопросы у специалистов, правда, это был вопрос на японском, звучал «Цугино кино моно ва, next big thing». Как вы думаете, что будет следующим прорывом в косметике? Это была косметическая выставка, и он посмотрел так, поднял свой палец и сказал «Киноко десио». «Киноко» по-японски — это грибы. Вот. Я не обратил на это внимания, честно говоря, не отдал должное. Думаю, ну, грибы. Какие грибы? При чем тут грибы? Хотя информация о том, что даже в нутрицептиках грибы имеют очень хорошую славу, и мы рассматриваем грибы в качестве компонентов для наших и биологически активных добавок, в том числе у нас было много предложений. Но здесь возник вопрос, почему грибы? И когда у нас появилась на горизонте разработка российских биотехнологов, вот все точки как-то начали соединяться. Вообще грибы в Азии, Корее, которая передовой является нацией в косметическом плане, впереди планеты всей, в Японии, которые впервые обратились с 86 года, японцы уже занимаются грибной косметикой, и еще тогда брендом Минард, это, ну, люксовый бренд, запустили они линейку кремов, которая уже вот все это время до сих пор продается. Это немыслимая история для косметики на основе грибов. Когда я говорю грибы, в основном, конечно, это рейши и шиитаке, хотя на самом деле их очень большое количество сейчас, и человечество только подходит, подступает к нему. Недаром я вам запустил фильм на английском языке, но вы его можете посмотреть с русскими субтитрами на YouTube и на TED. Я надеюсь, платформу TED Talk вы знаете. Вот, и Пол Стамец в данном случае выступал, это такой популяризатор грибной тематики, и он рассказывал в видеоролике о том, какие есть способы улучшить мир при помощи грибов. Очень интересная история. В том числе использование грибов в косметологии является, в общем-то, достаточно новым направлением. Хотя до недавнего совершенно времени, можно сказать, до нас, эта область была достоянием, ну, только топовой, очень дорогой косметики. В частности, Энди Уэйл, который я упомянул, это один из пионеров интегративной медицины. Он выпустил свою линейку, запустил свою линейку. Он тоже очень большое внимание уделяет грибам. На платформе бренда знаменитого, вот знающие люди знают, есть такой бренд Origins. Это очень дорогой бренд, 40, 50, 60, 100 долларов стоит упаковка продукта, который является вот натуральной косметикой. И у них есть одна из самых популярных в мире грибных линеек. Вот, за авторством того самого Энди Уэйла, который, ну, достаточно в Америке известная фигура, выступает во многих программах, на Опре, ну, знаменитых шоу, является вот таким вот по биологически активным добавкам, в том числе экспертом и специалистом. То есть это добавило нам уверенности в том, что действительно тема заслуживающего внимания. Вы сейчас справа видите одну из работ, это работа португальских группы ученых,
рассказывающий о том, какими перспективами обладает грибные экстракты в косметологии в частности. И таких работ, как оказалось, немало. Огромное количество корейцев, китайцев, японцев уделяет внимание. Ну и европейцы также подключились к этой тематике, и мы поняли, что действительно интересная тема. Но понять, в общем-то, это полдела. Нам нужен был источник, нам нужна была технология, нам нужно было что-то, чего нет у других. И мы это что-то нашли. И здесь я поаплодирую, наконец, нашим российским биотехнологам. Мы нашли российскую разработку, которой мы действительно можем гордиться. И, как оказалось, еще в 70-х годах, в Советском Союзе еще в свое время при первом меди имени Сеченова, еще с 1974 года, насколько мне известно, профессор Брагинцева начала работать с грибами, с различными свойствами грибов. Причем изучались самые различные свойства, в первую очередь антиоксидантные, антивоспалительные. Ну и потом это все перешло в косметологию. Соответственно, советские наработки здесь тоже очень мощные. И самое главное, существует патент. Его тоже вы можете увидеть в правом верхнем углу. Это патент, который у нашего производителя, с которым мы взаимодействуем. Компания ООО «Литим», большой завод, который расположен в Кирове. И совместно с которым мы разработали линейку Oda Naturals на основе ключевого компонента грибного, о котором я вам сегодня и рассказываю. Так вот, существует этот патент, и, соответственно, только у этого производителя есть возможность работать с вот этим штаммом гриба, который нас и интересует, который показал все те свойства, которые нам нужны. Зачем они нам нужны? Дело в том, что в среднеценовой косметике, а я вам сегодня цену объявлю, и она вас очень приятно удивит, я уверен, очень большая конкуренция. С одной стороны, и с другой стороны, многие бренды очень много уделяют внимания маркетингу и рассказывают про натуральность компонентов, но проблема в том, что при использовании этого крема, в общем-то, никаких ощущений, никакой вот действительно особенных ощущений того, что о, да, это работает, о, да, увлажняет, о, да, разглаживает, восстанавливает, регенерирует и так далее, у нас не возникало. Мы брали и тестировали огромное количество брендов вот в той ценовой категории, в которую мы заходим с линейкой Oda Naturals, и мы не получали вау-эффекта совсем. Вау-эффект начинается вот как раз-таки от отметки 20-30 долларов за банку, опять же, в зависимости от бренда. И то вопрос в том, что считать вау-эффектом. Нам не хотелось делать, опять же, очередную историю с красивой оберткой и с, в общем-то, никудышной формулой, которая ничего не несет людям, кроме очередного названия и очередного тюбика. И поэтому ставки были сделаны на эффект. И вот компонент, о котором я сегодня вам хочу рассказать, дал нам этот самый эффект. Я говорю про натуральный сбалансированный комплекс на основе экстракта из метаболитов мицелия гриба. Гриб этот называется Fusarium sambucinum, штамм которого, собственно, и запатентован, и которому в качестве компонента у нас появился доступ, и который будет сквозным компонентом во всей линейке Oda Naturals. Что он нам дает? Он нам дает невероятный эффект, причем эффект многоплановый. И самое главное, это наша специфика. Здесь есть все то, к чему вы привыкли, когда мы говорим и рассказываем про биологически активные добавки. Это те, ну, посмотрите, природные антиоксиданты, в том числе коэнзим Q10, да, небезызвестный вам, это ферменты, это аминокислоты, фосфолипиды, полисахариды, каротиноиды, это витамины, это
А, В, Ф, Е, Д витамины, огромное количество компонентов, благотворно влияющих на кожу. Причем это не просто слова и домыслы, существует большое количество уже на сегодняшний день исследований. И в первую очередь исследования фиксируют антиоксидантную активность грибных экстрактов, их антивозрастной эффект. Кстати, очень много информации об осветляющем эффекте, осветляющем пигментные пятна. Это особенно актуально, например, для азиатских наших коллег-исследователей. Противовоспалительный эффект. То есть масса эффектов, которыми не обладает вот в таком объеме, ну, растительные экстракты, к которым мы привыкли, которые заявляются в огромном количестве кремов. Поэтому, наконец-то, вот все сошлось, то есть авторитетные мнения специалистов интегративной медицины, Япония, которая очень большой эффект имеет, очень большое влияние имеет на компанию Coral Club, это наша удача, наша встреча с производителями и владельцами патента вот этой вот разработки российских биотехнологов, все каким-то невероятным образом соединилось. И в итоге на сегодняшний день мы имеем вот такую вот вещь под названием Oda Naturals. И первым в этой линейке выходят два крема, лимитированная коллекция, зимняя коллекция. Вот тут я держу в руках уже серийные партии. Продукт, тюбик крема для Причем обратите внимание, с крышкой флип-топ, чтобы было максимально удобно, потому что мы обратили внимание, в этом ценовом сегменте все крутят крышки, но мы о вас позаботились. Мы о вас позаботились, выпустив это в крем в первую очередь, потому что вы сразу поймете, о чем идет речь, поэтому я этому особо внимания не буду уделять сегодня эффекту. Когда вы его попробуете, а попробуйте вы уже с первых чисел декабря, у нас будет запуск, причем запуск будет в формате набора, крем для рук и крем для ног. Вот, они выходят вот такой вот парочкой, крем для рук. Мы решили, что могли ощутить силу и мощь компонента Metamix. Нам нужно сделать, во-первых, актуальную зимнюю линейку, во-вторых, питательный крем и восстанавливающий крем для рук и для ног, потому что для нашего региона, для союзного государства это очень и очень актуальная история. И с декабря месяца у нас будут долгие-долгие месяцы с холодным, суровым климатом. И вы будете часто вспоминать, я надеюсь, этот вебинар в том числе, когда вы впервые узнали про линейку Ода, потому что эти крема станут вашим постоянным спутником. При этом косметика – это та вещь, которая действительно должна оставлять какое-то ощущение, какой-то положительный эффект, помимо собственного увлажнения, помимо регенерирующих свойств. И здесь мы подобрали те отдушки, именно зимние отдушки, которые будут согревать вас. Вот запах экстракта апельсина и корицы, напоминающий глинтвейн. Глинтвейн или восстанавливающий крем для ног с маслом ши, экстрактом имбиря, они сразу создают какую-то невероятную атмосферу. Атмосферу тепла, вот этого рождественского, новогоднего, домашнего. И оно сохраняется с вами, это тепло, даже если вы выходите на улицу и согревает вас. Вот это ощущение нам было очень важно. И мне кажется, что мы его в полной мере передали собственно, в данной линейке. Грибной компонент, не сказать, что является чем-то особенно новым, особенно для западного мира.
там уже с 2000-х годов начали появляться информация о том, что грибы это next big thing, как я сказал. Но до сих пор, если смотреть на те бренды, в рамках которых представлена вот именно эта грибная тематика, это и Авино, это натуральный бренд, Джонсон и Джонсон, это и Origins, о которых я сказал, это и Ревлон, в декоративной косметике тоже используется мицелий, это и люксовые линейки, лорановская линейка, то бишь достаточное количество брендов используют. Я бесчисленное количество корейских брендов, о которых вы вряд ли слышали, но которые обильно используют этот компонент. Нашей задачей было сделать этот компонент доступным и еще одна важнейшая задача – это получить стабильный источник. Так вот, наши производители ООО «Литим», у них налажено производство гриба фузариум самбуцином удивительного и, в общем-то, по силе своей и по своему составу, я думаю, что превосходящего и рейши, и шиитаке вместе взятые, и масса других вариантов, которые западный мир осваивает, и производится это все методом глубокой ферментации в специальных таких ферментерах, в реакторах, что позволяет добиться чистоты и стабильности производства данного компонента. Соответственно, у нас появляется доступ к метамиксу, так мы его назвали. Почему метамикс? Это метаболит мицелия, экстракт, метамикс. Запомните это название, оно будет с вами еще очень долго. И в рамках линейки Oda Naturals появится огромное количество косметики, косметических уходовых средств на каждый день. На каждый день, и все они будут доступны. То бишь мы делаем вот эту, вот эту технологию, этот компонент максимально доступным и, в общем-то, одними из первых в индустрии. При всем при этом нужно не забывать, что у нас есть ряд обязательств перед вами, дорогие друзья. И я эти обязательства покажу в виде такого небольшого слайд-шоу, которое появится в верхнем правом углу. Эти наши обязательства, можете их записать себе. Удивительное дело косметика. Зачастую большое время уделяется тому, не то, что мы в нее кладем, какие ингредиенты мы используем, а то, что мы не используем. Вот все, что вы видите в верхнем правом углу, мы не используем. Ну, понятное дело, без парабенов, без сульфатов, об этом сейчас много говорят, СЛС, без красителей, без минеральных масел. Косметологи особенно уделяют внимание этому аспекту, без силиконов. Соответственно, этого ничего в косметике Oda Naturals не будет. Это наше обязательство перед вами. В рамках наших принципов безопасности, то есть косметика, да и любой продукт, который вы увидите в ассортименте Coral Club, он должен обладать вот этим набором принципиальных свойств. И вот одно из них – это безопасность. В данном случае продукты безопасны. Сам по себе компонент Metamix, он проверен на токсичность, на его непатогенность, причем эта проверка была самая полноценная, в всевозможных вариациях.
Вот, проведена. Ну и вообще считается одним из самых безопасных, даже по сравнению с другими растительными компонентами, как бы ингредиентов для использования в косметике. Поэтому с точки зрения безопасности здесь тоже все соответствует высокой планке Coral Club. Поэтому я уверен в данном случае и даже в большей степени, чем с другими биологически активными нашими продуктами, добавками. В каком плане? В плане того, что, ну, взять Пентакан, наш новый суперпродукт, который вы успели полюбить. Для того, чтобы понять и осознать всю силу и мощь Пентакана, должно пройти какое-то время. Для того, чтобы понять всю силу и мощь продукта All the Naturals, крем для рук с экстрактами апельсина и корицы, необходимо секунд 10. И сразу вы поймете. Причем само ощущение. Вот я небольшой фанат, в общем-то, кремов. Это, наверное, мое упущение. Вот, поэтому с косметикой All the Naturals буду его догонять, потому что она универсальная, она актуальна как для мужчин, так и для женщин. Вот, для меня было неожиданное ощущение само в процессе того, как я распределяю, мажу. Давайте я еще раз это повторю. Я тут мужски много добавил. Вот, ощущение, как будто я мою руки какой-то вот такой вот очень мягкой водой. И буквально в считанные секунды, в момент просто происходит вот это вот впитывание. И я такого не получал ни с вот этими супер кремами от L'Occitane, которые считаются, которые, во-первых, очень дорогие, во-вторых, они считаются очень хорошими. Вот. Это действительно какое-то неожиданно приятное ощущение. Самое главное, что чувство увлажненности, оно сохраняется очень долго. Очень долго. И эта проблема была вот со среднеценовыми кремами, которые сегодня доступны в союзном государстве. Вот. То, что вроде как все симпатично, замечательный тюбик, замечательный состав, мажешь, проходит буквально полчаса, и все ощущения, все увлажнение куда-то уходит. В данном случае мы, конечно же, здесь в первую очередь делали акцент на эффекте. Ну, и про безопасность я уже сказал. С безопасностью вопрос решили. Теперь, что касается эффекта. И помимо метамикса, безусловно, здесь и масло ши небезызвестное. Здесь и сквален. Здесь и токоферол, здесь алантаин. То есть масса других компонентов, которые, безусловно, играют важную роль в синергичном действии продукта. Но сегодня я бы все-таки хотел посвятить основное время вот, рассказу про грибы, про метамикс, про будущее косметики. Про будущее косметики. Причем самое интересное, что будущее, и в нашем случае это часто справедливо, основано на традициях, уходящих глубоко в прошлое. И когда я начал копать, оказалось, что еще в Древнем Риме использовали грибы. Плиний писал о том, что грибы позитивно влияют на кожу и на состояние желудка. И такой интересный факт, что в европейских странах молодые девушки, чтобы сделать кожу мягкой, упругой, здоровой, привлекательной и очаровать возлюбленных, они собирали росу с шляпок луговых опят. Вот. И, соответственно, умывались ей. Поэтому, девушки, если найдете луговые опята, попробуйте собирать росу с ней и умываться. Это наследие европейское. Я уже молчу про Азию. Азия очень сильно связана с грибами. Вспоминаем киноко. Вот, с грибами. И здесь и Корея, и Китай, и Япония в равной степени. Поэтому огромное количество именно исследований на сегодняшний день идут как раз-таки из вот этого региона. Причем как и биологически активные добавки, так и большое применение находят в косметологии. Но все это стоит больших-больших денег.
Соответственно, это могло бы стать достоянием достаточно узкой группы людей, у которых есть действительно серьезные инвестиции в свою красоту. И с брендом, в случае с брендом Oda Naturals, нашей задачей было, ну, сделать действительно что-то достойное. В данном случае Made in Russia, мы с гордостью говорим, в данном случае импортозамещение в действии. Вот тот продукт нестыдный российского производства, которым мы, безусловно, горды, которым будете горды вы. Почему? Потому что по промо-цене вы сможете приобрести за 490 рублей. Всего 490 рублей обойдутся вам два крема для рук и для ног. Кстати, особое внимание, крем для ног, обладающий умопомрачительными регенерирующими действиями. Поэтому, если какие-то есть трещинки на пяточках, мажете, и вы просто будете удивлены по волшебной силе грибов. Как в одной из статей написано было: Magic Mushrooms, Magic Power of Mushrooms. То есть, вот действительно, она удивительное регенерирующее свойство, которое невозможно добиться за счет других компонентов, кстати. Поэтому, как вам цена, кстати, друзья? Обратите внимание, что срок годности после открытия тубы 3 месяца. Это небольшой срок годности. За счет чего? За счет того, что нету парабенов, да? Вот. И, соответственно, ну, за 3 месяца вот эту баночку, конечно же, вы, тюбик этот, конечно же, вы используете. Это динамично используемая косметика. Поэтому есть вот такие ограничения. Это не как там другие бренды, которые PAO, Period After Opening, период после открытия, такая крышечка внутри пишут, там 12 месяцев, полгода, а то и 18 месяцев. Ну, в данном случае у нас 3 месяца, но я думаю, что для вас это не проблема. 75 миллилитров в каждой тубе. Ну, это классический размер. 75 миллилитров. А повторюсь, что это именно зимняя коллекция. Мы специально ее сделали. Лимитированная коллекция. Ее хватит для того, чтобы вы попробовали. Первый месяц она будет продаваться в наборах, дальше она пойдет вы можете купить в разнобой отдельно, но в наборах это промо-цена, поэтому успейте купить именно по ней, потому что отдельно они будут стоить чуть дороже. Вот, а сейчас вот такое вот предложение для того, чтобы вы попробовали, убедились в том, что наконец-то у вас появилась доступная косметика, которую вы заметите, все то, что и стоит в вашей ванной. То есть в ближайшее время, в 2017 году, я надеюсь, что ваша ванна будет одой природе. И вот сейчас давайте немножко поговорим про сам бренд. Я надеюсь, вы поняли, каким образом мы подошли к этому процессу. Вы видите, сколько поэзии в создании продуктов, то есть какие-то аллюзии, где-то что-то сказал японец, где-то как-то звезды правильно сошлись, и мы ну, нам повстречались эти люди, наши производители, у нас совершенно особенные отношения, какие-то очень теплые и продуктивные сложились с нашими производителями. Вот, боюсь сглазить, но все идет очень, очень позитивно, и это тот шанс сделать наш бренд. Это моя мечта была, сделать интерактивный бренд. Что такое интерактивный бренд? Это когда вы, друзья, а у вас сегодня большое количество, сможете участвовать в судьбе, в развитии этого бренда. Что я имею в виду? Мы сможем с вами выбирать совместно отдушки. Мы сможем с вами определять приоритетность выпуска тех или иных продуктов, потому что производитель находится не за океаном, да, а производитель находится очень близко, и мы можем достаточно оперативно выпускать новый продукт, новые продукты, оперативно давать обратную связь и делать лимитированные коллекции, связанные с праздниками, сезонами и так далее, и так далее. То есть у нас здесь руки развязаны, мы можем экспериментировать, но неизменным будет именно качество и безопасность.
Что касается Европы, в Европе мы пока его не планируем, ну то есть это следующий этап. Следующий этап, у нас есть предварительная идея, то что мы будем на Европу отдельно производить эту историю. Ну, скажем так, сервис по доставке ОДы в европейские страны, он безусловно будет предусмотрен. То есть вы сможете заказывать ОДу через интернет. Вот, производитель, это российский производитель, ООО «Летим», я уже об этом сказал. Находится он в Кирове. Я обязательно проведу экскурсию по заводу. Мы посмотрим, что это такое. Ферменторы, нам специалисты, технологи расскажут, как они создают крема. Это все ждите, это все безусловно будет. С Украиной здесь вопрос отдельно он будет решаться. По Украине вы знаете, что есть определенные проблемы с маркой, сделанной в России, к сожалению. Да, на сегодняшний день. Кто бы думал, что мы будем об этом говорить? Тем не менее, как-то мы будем эти вопросы решать за счет онлайн, либо каких-то других вариантов, чтобы наши коллеги с Украины тоже смогли попробовать данный продукт. Беларусь, Казахстан и Россия ровно одновременно запустятся в декабре месяце. В декабре месяце. То есть в качестве новогоднего подарка у вас уже есть вариант. Причем вариант невероятно классный. Как для вас самих, так и для всех ваших близких, родственников, друзей. Что касается самого бренда, мы подумали о том, что отличная находка, отличный производитель, отличная идея, суперкомпонент. Но что нами движет и что является связующим звеном и вот с квинтэссенцией всего, что мы хотим вложить вот в данный бренд, в данную косметику. И мы поняли в какой-то момент, что это действительно может быть одой нашей, одой компании Coral Club природе. Именно поэтому ода Naturals. Ода природе. Наша ода природе. И теглайн, слоган для оды мы выбрали очень простой, очень емкий. Природа красоты. Ода Naturals, природа красоты. Соответственно, прошу любить и жаловать новый бренд в арсенале компании Ода Naturals. Который имеет огромный потенциал и в котором мы уверены, хотя это не наше профильное направление было косметика, но есть у меня такое чувство с той тщательностью, с которой мы подходим к созданию продуктов, мы в течение года, ну, может быть, двух, вот достигнем таких компетенций, достигнем, создадим такую линейку, которая будет очень и очень конкурентной в этой среде. То бишь компания Coral Club, бренд Coral Club будет ассоциироваться с косметикой в том числе. Немножко про брендирование. У нас сама по себе вот эта ода, логотип оды, и компоновка дает нам возможность создавать самые различные вариации. То есть у вас будет самая разная упаковка, отражающая нашу именно любовь к природе во всех ее проявлениях. Поэтому дизайн для ОДА делался очень долго. Я вам показываю здесь варианты, который вы больше нигде, возможно, не увидите, поэтому это эксклюзивная история. Да, повторюсь, что косметика абсолютно подходит всем, как мужчинам, так и женщинам. Как правило, разделение на мужскую и женскую косметику – это маркетинг и отдушки в основном. В основном. Поэтому, ну, здесь наша задача была создать классный, качественный продукт. Вот, поэтому я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Но у нас в планах есть, безусловно, в первую очередь Oda Kids. Oda Kids. Что такое Oda Kids? Oda Kids — это сублинейка для детишек. Мы уже начали думать, мы уже придумали первые средства в данных
данной линейки, которые у нас могут появиться, это шампуни всевозможные для детишек, гели и так далее, и так далее. Вот Oda Kids – это, безусловно, та история, которую мы будем развивать. У нас есть идеи по созданию косметических средств для братьев наших меньших, как бы это дико не звучало, но такие тоже мысли есть. То бишь для наших питомцев. И Oda Man тоже. Мужчинам, если хочется какой-то более брутальный дизайн, вот, и более брутальные одушки, то мы попробуем поработать в этом ключе в том числе. Но сейчас самая главная задача – это просто-напросто, даже не задача, дело время, просто-напросто попробовать. Попробовать, и тогда, я думаю, что все станет на свои места. Поэтому моей сегодняшней задачей было просто рассказать историю, тот интересный путь, который приводит нас к рождению новых продуктов. Он всегда отличается от других каких-то историй. То есть каждый наш продукт, каждая история. И история Oda Naturals, она мне нравится особенно, потому что это новый, свежий путь для нас, неизведанный. Вот. Но опять же благодарный, потому что ну, эффект, о котором мы говорим, он фактически моментально. Я думаю, что плюс-минус все, что хотел, я вам сегодня рассказал. Вот. Все остальное дело техники. Пробуйте, наслаждайтесь, питайте, восстанавливайте и радуйтесь тому, что в ассортименте Coral Club наконец-то появились продукты, которые поселятся в вашем ванной комнате, на вашем столике, рабочем столе, вот, и которые будут вас сопровождать наряду, я надеюсь, с нашим Coral Mine и другими топовыми продуктами на протяжении всего дня, и которыми вы будете гордиться. Поэтому спасибо вам большое за ваше сегодняшнее присутствие на вебинаре «Здоровые новости». Мы с некоторыми из вас, наверное, увидимся в Милане. В Милане у нас будет премьера видеоролика PH500, обещанного мной. Это 5-минутный ролик с участием разработчика Роберта, который объясняет всю суть водорода как антиоксиданта, самого мощного антиоксиданта. Мне кажется, получилось очень понятно, интересно, достойно. Еще до конца Нового года мы обещаем вам ролик по Пентакану и по Coral Mine. И в начале 2018 года выйдет ролик по Калаваде. Я знаю, что для многих из вас это очень важные новости. Фитомикс про мужчин расскажу, Оксана, который тоже в декабре к нам придет, но по фитомиксу я хочу сделать отдельный, конечно же, эфир, поэтому, ну, не сильно много. Если вкратце, то фитомикс – это мужской продукт, вот, для профилактики заболеваний предстательной железы, состоящий из четырех мощнейших компонентов растительных, вот, который продолжает нашу линейку фитомикс. У нас первый был фитомикс для женщин, вот сейчас выходит фитомикс для мужчин. Долго мы к нему шли, ну, наконец-то пришли. И он также будет у нас запускаться в рамках Dream Season, поэтому сезон мечты, он действительно получился таким насыщенным. Да, вспоминайте, High Fiber, Tasty B. Я не знаю, пришли к вам реновации по Coenzyme Q10 или железу, там зависит от региона, но придет, вы тоже возрадуетесь. Это и целевая программа. Кстати, про целевой программу. Пока у нас есть время, поделитесь своими впечатлениями, что-то есть интересное у вас, потому что мне скидывают результаты, и эти результаты просто удивительные, просто удивительные. По целевой программе давно я таких результатов не получал. На ОДА
и Vitamix для мужчин. То есть очень насыщенный сезон получился. Теперь все это дело будем осваивать. Соответственно, что я есть, продолжается ряд акций в текущем месяце. Одна из них это Alive. Но Alive отличная возможность. Отличная возможность воспользоваться акцией. Вот. Популяризирующие эту нашу замечательную линейку. Вот, получить как тест-пак, так и просто для потребителей получить в маленьких таких удобных флаконах наш продукт. Я надеюсь, вы об этом не забываете, вы также ее продвигаете, нашу эту акцию, потому что, ну, действительно достойная линейка, которая нашу концепцию здорового проживания цементирует. Вот, так что она продолжается в текущем месяце, и в текущем месяце, ну, грех ей не воспользоваться. Еще, если говорить про новинки, вы давно просили пакетики для супов. Мы придумали вот такое вот, наши коллеги из маркетинга придумали такое решение. У вас будет возможность приобрести пакеты специальные, удобные дойпаки для того, чтобы упаковывать в них супы. Надеюсь, что для кого-то это будет востребованным таким актуальным решением. Вот, чтобы упаковывать супы, брать их с собой. Это из новинок, и они уже доступны в офисах продаж. Так что вперед, как говорится, с песней. Это из таких мини-новостей. Еще что из новостей у нас, я надеюсь, вы обратили внимание, что у нас появился ролик на Ями Виц. Ролик на Ями Виц. Вот, вы его можете им активно делиться. И ролики этого плана, они как раз-таки созданы для того, чтобы ими можно было поделиться в соцсетях. Поэтому, если вы еще по какой-то причине не фолловите наши официальные группы Coral Club Lifestyle, ну и мою страничку тоже можно, где я делюсь новостями в индустрии здорового образа жизни. У меня все на сегодня, друзья. Поэтому спасибо вам большое. Кстати, давайте обратную связь. Ужасный звук, Светлана. А есть другие мнения по поводу звуков? У всех ли такой звук? Или... Ну, видно, что ок, просто мы увеличили качество картинки, соответственно, там, где с интернетом есть сложности, у него не очень хороший качественный интернет, там могут быть проблемы с картинкой. Поэтому мы здесь будем экспериментировать. Конечно, мы можем сделать вообще HD качество картинку, ну тогда будут наверняка люди, у кого проблемы с качеством будут. Вот, поэтому, ну, здесь будем искать золотую середину. Отвечу на вопрос. Линейки совсем не будет в Европе. Будем думать над доступом. Я уже говорю о том, что онлайн будем разрабатывать возможность покупки онлайн. Ну все, тогда я с вами прощаюсь ненадолго. Скоро мы с вами увидимся, возможно, еще в начале декабря месяца. Поэтому следите за нашими постами, следите за рассылкой. Всего вам хорошего и будьте в предвкушении. Вас ждет действительно косметическое откровение All the Naturals природы красоты. Увидимся. Счастливо.